Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад, продолжаю свою рубрику «Как это сделать?». И сегодня я бы вам хотел показать, как можно симпатично уложить фрукты, сделать, в общем, какую-нибудь композицию из фруктов, чтобы подать фрукты на стол более красиво. Сегодня я сделаю небольшую композицию с тремя фруктами. Это бананы, мандарины и киви. Для этого мы сделаем с вами пальмочку. Будет достаточно симпатично, я думаю, можно так удивить гостей какой-нибудь композицией. Композиций очень много всяких разнообразных. Сегодня я решил вам показать самую простую. Нам понадобится банан. Бананчик не целый, я его отрезал по длине, чтобы в тарелку влезал. Разрезаем его. Таким вот образом укладываем на тарелочку. Вот так вот нарезаем. Маленечко каждую сдвигаем. Так. 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 В общем, чтобы он не совсем ровно лежал. Вот так вот. Киви я нарезал вот такими вот ломтиками. Это у нас будет шапочка. Зелень у пальмы. Так. Киви желательно брать поменьше по размеру. У меня не было поменьше, только были большие, видите, они не так хорошо укладываются. Но все же. Ой. Прилипло. Так. Так. Так, с этой стороны также. Когда укладываете, не просто вот так маленько подкручивайте, чтобы больше было похоже на лист дерева. И на низ мы укладываем мандаринки. Дольки мандаринков, как будто это у нас песочек. Ну вот, ребята, вот так вот быстро, незатейливо композиция вышла. Так, на мой взгляд, будет намного интереснее подать на стол. Их очень много разновидностей таких. Тарелок фруктовых, которых можно красиво уложить. Я вот сегодня, повторюсь, сделал из трех ингредиентов. Ну, а в остальном, ребят, достаточно симпатично. Я думаю, это видео вам будет полезно. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше видео. Всем пока-пока. До новых встреч, ребят.